Вначале глава региона осмотрел храм нерукотворного образа Христа Спасителя. Его строительство уже завершается. 3 января планируют осветить, а 7 числа провести первую службу в честь Рождества Христова. Сейчас силами районных штабов перед храмом разбивают парк и заканчивают благоустройство и озеленение территории рабочие из Новокубанска. Александр Ткачев лично поблагодарил их за работу. Красивый? Очень. Я считаю, что это принципиально важно. Знаете, приедет много гостей с разных уголков мира и с разными конфессиями, естественно, вероисповеданием. Здесь, конечно, будут наши спортсмены и болельщики, и все те, кто будут желать победы нашим олимпийцам. Ну и вообще, после Олимпиады это будет святое место, конечно. И вы должны знать, что вы к этому приложили руку. Во время рабочей поездки Александр Ткачев также посмотрел, как идут работы по возведению пит-стопов и боксов для болидов «Формулы-1». Посетил губернатор и Адлер-арену – ледовый дворец для конькобежного спорта. По итогам объезда Александр Ткачев отметил слаженные действия всей краевой сборной и по-настоящему спортивные темпы в благоустройстве территорий Олимпийского парка.